Немногим больше 2 месяцев остается до проведения выборов, которые будут определять жизнь нашего района в ближайшие годы. Подготовка к предстоящему голосованию постоянно в центре внимания всех заинтересованных служб. В этом мы смогли убедиться, побывав на семинаре совещаний в администрации муниципалитета. Председатели, их заместители и секретари участковых избирательных комиссий были приглашены на учебно-методический семинар-совещание, посвященный предстоящим всем нам в сентябре выборам. Заместитель главы Славянского района, управляющий делами Артем Щеглов, приветствуя собравшихся, подчеркнул, что эти выборы многое решают, и поэтому к их проведению нужно подойти максимально серьезно. Выстроен конструктивный диалог с представителями участвующих в выборах партий. Давайте настроимся на рабочие будни. У нас июль, август, впереди сентябрь, естественно, когда предстоит сделать много подготовительной работы, чтобы провести, как полагается, 3 дня голосования. Вот. Я искренне благодарен каждому из вас за то, что остаетесь на сегодня в избирательном процессе, и мы с вами вместе реализуем поставленную перед нами государственную задачу. Секретарь территориальной избирательной комиссии Славянская Елена Горностаева проинформировала участников семинара об основных направлениях деятельности и полномочиях участковых избирательных комиссий, о стадиях избирательной кампании, а также о новинках в избирательном законодательстве. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков рассказал об общих вопросах по подготовке и проведению выборов. Сейчас делается все необходимое, чтобы во время выборов не возникло никаких проблем. За успешную работу по подготовке и проведению избирательной кампании представители участковых избирательных комиссий были награждены благодарственными письмами. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».